Самая знаменитая картина в истории живописи «Мона Лиза» Леонардо да Винчи получила новое воплощение. Французским инженерам удалось ее оживить. Компьютерная версия полотна теперь может общаться со зрителями. Через 5 веков после рождения Джоконда неожиданно ожила. Над этим техническим таинством трудились 40 инженеров и художников. Использовалась технология внедрения искусственного интеллекта. Автор интерактивной версии полотна Флорент Азиасманов утверждает, теперь она может ощущать изменения вокруг себя. Леонардо да Винчи пытался сделать ее живой. И совершенно логично, что мы учли его намерения, при этом продвинулись на несколько шагов вперед. Компьютерная модель картины снабжена датчиками движения, реагирующими на поведение зрителей. Изображение моргает и меняет выражение лица. Проект не только художественный, но и коммерческий. Цифровые версии поступят в продажу уже осенью.